Куда повезут только этот груз? Не насыпай слишком много. Вэмау, для ритуала Сехмет. Закрывай и клади на телегу. Я ищу главного пивовара Харкуфа. Мне не до тебя. Поговори с кем-нибудь из надсмотрщиков. Ты меня не понял. Я Миджай. Это Паладора. Атополадора. Ну, конечно. Я ищу Скоробея. Тень, что нависла над Саисом. Тссс, прошу, не стоит произносить это имя. Аполлодор знает, что люди мучаются. Ко мне приходят. Многие жалуются. Торговлю душат, солдаты бесчинствуют, а бремя налогов Птолемея грозит раздавить нас. Пойдем же, отдохнем там, где есть крыша над головой. Жена мастера Тахарки очень... А? О Скоробее рассказывают много страшного. Уверен, Аполлодор говорил тебе. Я слышал об увечьях, похищениях и о тех, кого хоронили заживо в пустыне. Ужасная судьба. Оказаться в ловушке песков, когда твои тело и дух терзает безжалостное солнце. И ты ждешь часа, когда тебя примет Дуат. Но это всего лишь рассказы. В Саисе, разумеется, есть злодеи. Но Скоробей, если он и существует, о нем боятся говорить. Сведения. Последнего, кто задавал вопросы про Скоробея, избили до полусмерти и отрезали ему язык. Кому? Гупе, тестью истинного правителя этих краев, Тахарки. Вон там, Кава, внук Гупы. Эй, уже выиграл? Я ищу твоего деда. Знаешь, где он? Нет, он ушел в сторону лагеря Пир. Пока что не вернулся. Что ж, пойду поищу его.
пустят. Что будем делать с ней? Что случилось с нищим? Эй! Что? Тебе конец! Я тебя спасу. Думаю, жить будешь. Скоробей лишил тебя языка, но ты можешь помочь. Харков сказал, что ты искал Скоробея. Помоги, и он умрет, обещаю. Еще один торговец не заплатил сефету. Эй! Ловкачи! Дельцы! Странники! Ищите утешение здесь!
Дедушка! Дедушка, как ты? Что с ним? Избит, изранен и хочет пить. Солдаты не пощадили его, но он поправится. Где твой отец, Гава? Надо поговорить. Его тут нет. Он на строительстве. Мама! Дедушка ранен. Солдаты снова решили, что он попрошайка. Отец, что ты опять натворил? Искал Скоробея. Если поможет мне, то я буду вас защищать. Скоробей просто миф. Все это знают. Он попросил прочитать. Похоже, Скоробей собирает армию и ведет к Литополису. О боги! В город, где сейчас мой муж. Город, сгинувший в песках? Отцу предначертано возродить его. Скоро мы встретимся. Да, мама? Да. Мой муж Тахарка работает там не один месяц. И точно поможет. Он всех там знает. Если что, передай, что я по нему скучаю. Конечно, передам. А Гергеру? Скрибы просят слишком много. Не стоит того. Но что нам делать? Не буду тебя уговаривать. Но я собираю скарб и отправляюсь в Литополис. Тахарка строит там прекрасный город для всех. Заманчиво. Но вся моя семья тут. У тебя-то ни жены, ни детей. Можешь уехать. Добро пожаловать. Чем я могу помочь? Родная, у нас нет денег, чтобы заплатить налоги Сефету. Как придет, я попрошу его продать меня работорговцу. Хорошо. Нет, нет, не надо. Я пожаловалась Небет Маре, и она дала мне кошель с золотом. На месяц или два хватит. Эта семья так щедра к нам. Надо совершить оплату богам в их честь. Ладно. Был рад встрече. Хай, Песешингере. Чем я могу тебе помочь? Мишер Шенебе. Я Рут Мишру. Ладно. Гехен Нехе. Хея Нисахе. До встречи.
Ha'amun, set yerde mi eni? Bededuk ani hayet. Mi khaname? Dire puines. Еще один торговец не заплатил сефету. Что с ним стало? Откуда ты узнал? От стражников. А что они сказали? Что прошли мимо целого поля трупов в пустыне. Кто их убил? Кто знает. Может, скоробей. До встречи. Ну, мы с ней уджидиам. Brrrr.